Ассаламу алейкум, құрметті достар. Біз сіздерді Octagon Selection 23 турнирінде көруге қуаныштымыз. Дорогие дамы и господа, дорогие друзья, уважаемые телезрители, мы рады вас приветствовать на отборочном турнире Octagon Selection 23. Вас сегодня ждут 13 поединков с участием бойцов из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Переходим к представлению судей сегодняшнего вечера. Главный судья турнира – Саламат Джумабаев. Рефери турнира – Дауренбек Джакаев и Тулеген Адыгенов. Клек Бабанов и Халил Мамиев. Боковые судьи национальной категории – Тулеген Адыгенов, Клек Бабанов, Халил Мамиев. Супервайзер турнира – Нурадин Садыков. Судья-хронометрист – Исатай Елемес. Команда катменов – Катмен Про. Итак, дорогие друзья, мы представляем вам первый поединок турнира. Поединок в наилегчайшем весе. В синий угол клетки приглашается боец из Казахстана Алмат Джумасаев. Так, друзья, всем ассаламу алейкум. Приветствуем вас на нашем телеканале. Турнир по смешанным единоборствам от Лиги Октагон. Селекшн номерной 23-й турнир. Октагон – лидер центрально-азиатского региона в сфере индустрии ММА, который радует казахстанских, мировых фанатов, ну и почитателей этой лиги очень частым ежемесячным проведением турниров. Помимо полноценного номерного карда присутствует также и сильный. Красный угол приглашается его оппонент в данном поединке. Боец также представляет Казахстан — Бегасл Бахытов. Переходим к представлению пары бойцов. В синем углу октагона боец из Казахстана, спортсмену 26 лет. Его рост 168 сантиметров, его официальный вес 56,7 килограммов. Это его профессиональный дебют в октагоне. Боец из Казахстана в синем углу октагона — Алмат Джумасаев! В красном углу октагона его оппонент в данном поединке — боец из Казахстана, спортсмену 23 года. Его рост 170 сантиметров, его официальный вес 56,7 килограммов. Его профессиональный рекорд — 0 поражений и 1 победа. Боец из Казахстана в красном углу октагона — Бегасл Бахытов! Рефери в октагоне — Тлек Бабанов. Бойцы на середину поприветствовали. Вы профессионалы, правила знаете. Экипировку не трогаем, сетку не трогаем. Моя команда выполняется быстро и четко. По углам защищайтесь. Первый раунд. Ну что ж, друзья, у нас первая пара бойцов. Наилегчайший вес — 56 килограммов и 700 граммов. Алмат Джумасаев, Бегасл Бахытов. Сонмен алғашқы раунд. Как мы уже говорили в самом начале трансляции, селекшн — это прекраснейшая возможность для молодых файтеров проявить себя, зарекомендовать, показать свои сильные стороны. Тем более, что на турнире присутствует все руководство Лиги Октагон. Нурадин Садыков, президент Лиги,
Павел Берсенев, который является также совладельцем лиги, группа матчмейкеров. В общем-то, ребят, которые оценивают бойцов с разных сторон, с разных позиций. И для бойцов, которые только-только начинают свой турнирный, карьерный путь, это, ну, великолепная площадка, такой трамплин для развития своей профессиональной карьеры. За эти годы на селекшнах мы видели немало бойцов, которые впоследствии получали возможность выступить в главном номерном карде. Проявляли себя ребята очень даже великолепно. Приезжают сюда не только ребята из Казахстана, но и стран ближнего и даже дальнего зарубежья. Ну, вот два бойца у нас представляет Казахстан. В синем углу Алмат Жумасаев и Бегасыл Бахытов, выступающий в красном углу октагона. Пока со стойки ребята дерутся, присматриваются друг к другу. Алмат Жумасаев небольшую инициативу сейчас взял в свои руки, поддавливает, прессингует соперника, всячески пытается поджать к канатам оппонента. Ну и достаточно такая неплохая работа в ударке у двух бойцов. Жумасаев Алмат боксером базовым является, если не ошибаюсь. Ну и понятно его такое, наверное, желание сейчас в стойке поработать, и этот бой он навязывает своему сопернику. Я Алматтың тіктір бұрыстың қаши берекен білеміз, өйткені базасы, Таняр өзіңіз айтқандай, бокстан бастау алған, яғни спортқа ең алғашқы бокстан әліппесінерін кейін үлкен спортқа осылай қадам басып, міне қазір аралаш жекпе-жекте де өзінің бағын сынап көруге тырысып жатыр. Мінекей қанат Бегасыл Бахытовта бізде аралаш жекпе-жек шебері Арсенал Толқан. Мінекей тік тұр бұрыста да, күресте де өзін жақсы сезінетін спортшылардың бірі. Мінекей қазір Алматтың оң қолмен жасаған соққысы өте сәтті өтті. Дегенмен Бегасыл қарсыласының осы бір жасаған соққысын сәтті күтіп, мінекей керемет бір тейкдаун жасап үлгерді. Қазір Алмат барынша қорғанып бағуда, қарсыласына соққы жасауға мүмкіндік бермей қолын байлап алды. Әрине, бұл өте жақсы қорғаныш. Қорғаныс, егер де қазір Бегасыл қолын шығарып үлгеретін болса, оның жойқын соққылары жаңбырша жауы мүмкін. Міне қазір Алмат тұрып кетуге барынша тырысып жатыр. Керемет қарсы әдіс. Енді қазір ыңғайлы позицияда Алмат Жумасаев. Осы тұста Алматқа қазір соққылар жасау керек, жұмсау керек. Яғни ішке басқа соққыларын ұрып көруге тырысады. Әзірге Бегасыл да сәтті қорғаныс үстінде. Қарсыласына аса қатты мүмкіндік берер емес. Бұл жерде Алмат қандай әрекетке бар екен. Шынтақпен бір соққы жақсы өтті. Басқа та және бір соққы. Және бүйірге. Бұл жерде Бегасыл қарсыласын қолын байлап соққы жасауға аса мүмкіндік берер емес. Қазір міне өзі де жерде жатса да, астында жатса да бір соққы жасап үлгерді. Міне Алмат соққыларын жаудырып үлгеріп жатыр. Оның бірнешеуі дәл тиді. Міне тағы бір соққы көз алдымызда дәл тиді. Мінекей қазір Бегасыл тұрып кетуге барынша әрекет жасап жатыр. Бірақ Алмат жағдайды өз бақылауында толыққанды алды. Мінекей қазір шынтақ сол қолмен жасалған. Әрине, бұл соққылар аса ауыр болмаса да келеңсіз жағдай тудырады. Мінекей Алмат қазір жекпе-жекті толық өз бақылауында ұстап, өз бақылауымен өткізуде жекпе-жекті. Міне қазір шынтақпен ұрып көруге тырысты Бегасыл. Иә, бұл жерде барынша соққы жасап қалуға тырысу керек, өйткені бұл қолайлы позиция Алмат үшін. Иә, қазір Бегасылдың үш бұрыш әдісін жасап көруге деген ынтасын көрдік, бірақ іске асар емес. Мінекей бірінші раундтың соңғы секундтары. Әзірше жекпе-жек Алмат Жумасаевтың бақылауында өтіп жатыр. Мінекей сонымен алғашқы раунд аяқталды. Бұл жерде қос спортшы тең дәрежеде өнер көрсетіп келе жатып, тек соңғы секундтарда, соңғы минуттарда, яғни Алмат Жумасаев өзінің басымдығын көрсетті деуге болады. Бізді алда қызықты екінші раунд күтіп тұр. Мінекей міне
жекпе-жектің жарқын көріністері назарларыңызда. Алматының не осы жерде ішке жасаған соққысы жақсы өткен екен. Много великолепных, конечно же, турниров. Лига «Октагон» дарит нам практически каждый месяц за последние годы. В прошлом 2022 году серию великолепнейших турниров мы с вами наблюдали. В этом году Лига «Октагон» уже нас порадовала рядом блестящих турниров, один из которых завершился в Ташкенте в начале марта месяца. Ну и до конца года у руководства большие амбициозные планы. Я Октагон Лигасының географиялық көлемі ұлғайып жатыр. Ташкентте өтті, Қазақстанда өтті, оның алдында Түркияда да турнир өткізген. Мінекей Орталық Азияның барлық елдерінде турнир өткізу жоспарларында бар. Жалпы міне қазір екінші раунд өте тартысты басталды. Қос спортшы бірін-бірін джеб соққысымен аңдып. Мінекей екі спортшы да бір-біріне джеб соққысын өткізді. Мінекей тағы бір джеб соққысы Алматының орындауындағы оған Бегасов аяқпен соққы жасау арқылы жауап қайтарды. Сонымен екінші раундтың тең жартысына келдік. Міне оң қолмен бүйірден жасалған соққы межесіне дәл тиген жоқ. Міне мына жерде өте жақсы шынтақпен соққы болды. Қазір Бегасов қарсыласының мойнын қапсыра құшақтап алды, қылқындырып көруге тырысады. Бұл жерде Алмат не істер екен? Бегасов бұл жерде қарсыласының бір ғана қателігін пайдаланып қылқындыру әдісі арқылы жеңіске жетіп отыр. Мінекей Алмат бұл жерде Бегасовдан ондай қарқын күтпеген сияқты, мойнын қапсыра құшақтады да бірден қылқындыру әдісіне көшті. Бегасов үшін бұл әдіс сәтті шықса, Алмат үшін бұл жекпе-жек дебюттік жекпе-жегі сәтсіз. Дорогие друзья, во втором раунде на первой минуте 37 секунде победу удушающим приемом гильотина одержал боец из красного угла октагона Бегасов Бахутов. Следующий поединок пройдет в наилегчайшем весе. В синий угол октагона приглашается боец из Казахстана Канат Баймурат. Сонымен Октагон Селекшн 23 турнирінің келесі жекпе-жегі назарларыңызда. Канат Баймурат 20 жастағы спортшы, кәсіби мансабындағы алғашқы жекпе-жек, кәсіби деңгейде өткізгелі жатқан Канат Баймурат Тамерлан спорт клубының өкілі. Қателеспесек, красный угол приглашается боец из Казахстана Кельжан Бахтияров. Жекпе-жекте аса жеңіл салмақта өтеді, яғни 56 келі салмақ дәрежесінде.
Қазір қанатының қарсыласы Келжан Бақтияров шаршы алаңға бет алуы тиіс. Переходим к представлению пары спортсменов. В синем углу октагона боец из Казахстана. Бойцу 20 лет, его рост 179 сантиметров. Его официальный вес 56,7 килограммов. Это его профессиональный дебют в октагоне. Боец из Казахстана в синем углу октагона. Канат Баймурат! В красном углу октагона его оппонент в этом бою. Боец из Казахстана. Бойцу 21 год. Его рост 173 сантиметра. Его официальный вес 56,7 килограммов. Его профессиональный рекорд. 0 побед и 1 поражение. Боец из Казахстана в красном углу октагона. Келжан Бахтияров! Ну и вот и вторая группа бойцов. Рефери в октагоне Тлек Папанов. В наилегчайшем весе 56 килограммов и 700 граммов. Такой лимит установлен на весовой категории. Канат Баймурат в синем углу. Его соперник Келжан Бахтияров. Первый раунд. Ринг-анонсер нам сейчас подсказывает о том, что первый раунд начинается. Мы все в ожидании этой очень увлекательной, как мне кажется, битвы. Первый раунд. Я. Время. Готов? Все, готовы бойцы. Ну, давайте посмотрим. Кельжан Бахтияров в красном. Канат Баймуратов. Ну, несмотря на то, что бойцы выступают практически в одинаковых шортах, их можно различать вот именно по цвету перчаток. Немножко так заигрывающий сейчас Келжан Бахтияров ведет себя с соперником. Где-то так пытается пижонить, очень низко руки опускаются. Ну, сейчас как пошел, посмотрите, в атаку дважды попал и сам. Канат Баймуратов. Харсласын ауыр нокаутқа жіберді неке. Ашық айқасқа бірден қос спортшы. Ну и посмотрите, это вызывает очень такую широкую улыбку у руководителей лиги «Октагон». Нурадин Садыков доволен. Нурадин исходом такого поединка. Нурадин Мырзаға бұл жекпе-жек. Нурадин Мырзаның бұл жекпе-жек міндетті түрде көңілінен шықты. Өйткені бірден қойын дәптеріне. Данный бой продлился недолго. На 31 секунде первого раунда победу нокаутом одержал боец из синего угла октагона Канат Баймурат! Третий поединок отборочного турнира пройдет в легчайшем весе. В синий угол приглашается спортсмен из Казахстана Еламан Жетпісбай.
красный угол октагона приглашается его соперник в данном поединке. Спортсмен из Казахстана. Нурсултан Еркинтаев. В синем углу октагона спортсмен из Казахстана, бойцу 28 лет, его рост 175 сантиметров, его официальный вес 61,2 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. В синем углу октагона Еламан Жетпісбай. В красном углу октагона его соперник в данном поединке, спортсмен из Казахстана, бойцу 25 лет. Его рост 173 сантиметра. Его официальный вес 61,2 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. Спортсмен из Казахстана в красном углу октагона. Нурсултан Еркинтаев. Рефери в октагоне Халил Мамиев. Қос спортшы жеңілірек салмақта, яғни 61 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетеді. Сонымен алғашқы раунд. Очень колоритно так рефери Халил Мамиев подыграл для режиссеров трансляции. Мы готовы к началу этого поединка. Он пройдет в легчайшей весовой категории 61 килограмм и 200 граммов. Еламан Жетпісбай, Нурсултан Еркинтаев. Вот такая вот пара бойцов у нас с вами представлена в третьем поединке. Еламан, выступающий в синем углу, является подопечным Даниша Дунгенбаева. Начинал в карате, занимался боксом, очень хорошая такая ударка, в том числе работу ногами. Вот сейчас он нам ее в полной мере демонстрирует. Вот эти вот опасные такие коварные лукики в его исполнении. Прощупывает он дистанцию, но несмотря на это, Нурсултан Еркинтаев так уверенно вперед идет, поджимая своего соперника. Также Нурсултан хочет показать свои навыки работы ударной техникой. Вот здесь Еламан вновь ногой так прощупывает. Опять такой лоу-кик. Обменяется, в общем-то, лоу-киками сейчас Нурсултан и Еламан. Секунданты двух бойцов сейчас активно подсказывает своим подопечным все действия, что им необходимо предпринимать. Но поскольку селекшн проходит не на большой арене, а в закрытом режиме с небольшим ограниченным количеством зрителей, то понятно, что мы сейчас можем очень многие вещи практически слышать, что наставники говорят своим подопечным. И секунданты — это действительно очень-очень интересный диалог, который многих фанатов волнует, о чем же тренер может подсказывать по ходу поединка, о чем же тренер со своим подопечным может говорить во время перерывов. Вот великолепнейший сейчас тейкдаун Еламан проводит. Безусловно, он сейчас будет судьями засчитываться в общую оценку первой пятиминутки. И я Еламан қазір қарсыласының қателігін жақсы пайдаланып, өте бір сәтті дер кезінде тейкдаун жасап үлгерді. Міне қазір барынша осы мүмкіндікті пайдалану керек. Мінекей бүйірден жасалған соққылар дауысы да дыбысы да естіліп жатыр. Өте ауыр соққы екен тіпті бізге де байқалып жатыр эфирдің ар жағындағы. Мінекей қазір бұл жерде Нұрсұлтанға
барынша бұл позициядан шығуға тұрсу керек, әйтпесе жекпе-жек уақытынан бұрын аяқталуы мүмкін. Мінекей тағы бір соққы бұл жерде Еламан тарапынан жұмсалған, міне кезекті тағы бір соққы. Мінекей Еламан соққыларын тоқтатар емес, қазір өзі қолайлы сәтті күтіп Нұрсұлтанның ашылған тұсынан, ашылған жерінен соққы жаудыруға тырысып бағуда. Мінекей қазір тұқындыру әдісіне жасап көру мүмкін. Иә, қазір бұл жерде Еламан тыйым салынған соққы жасауға жол берді, соққыға. Қазір мінекей жекпе-жекке толыққанды өз бақылауына алды Еламан. Енді қай жерінен ұрғысы келетінін де тіпті өзі ойына келген істеп жатыр. Бүйірден болса бүйірден соққы жұмсап, бастан да беттен де барынша соққы жұмсауға ұмтылып жатыр. Мінекей өте ауыр соққылар, бұның бәрін Нұрсұлтан қаншалықты шыдай алады бұндай соққыларға. Тағы бір шынтақпен жасаған соққы, қазір міне Нұрсұлтан барынша бұл позициядан шығып көруге тырысады. Бірақ әрине Еламан қадалған жерінен қан алатын спортшы екенін көрсетті. Мінекей ешқандай сытылып кетуге әсте мүмкіндік берер емес қарсыласына, керісінше соққының астына соққы жаудыртып барынша қарсыласын шаршатып тастауға тырысып бағуда. Мінекей қазір Нұрсұлтан үшін бір жақсы мүмкіндік осы позициядан сытылып шығып кетуіне. Жасап көруге тырысады. Жоқ, Нұрсұлтан сәтті қорғанды. Дегенмен әлі де жекпе-жек Еламанның бақылауында. Бүйірден жасалған соққылар өте бір ауыр тиіп жатыр шыны керек. Мінекей бәрекелді, керемет әдісіне раундтың соңына қарай жасаған керемет тейкдаун. Әрине бұны төрешілер өз назарына алары анық. Сонымен Octagon Selection 23 турнирі осы турнирде жарқын жеңіске жетіп жақсы жекпе-жек көрсеткен спортшылар Octagon-ның негізгі лигасында өнер көрсетуіне мүмкіндік алады. Міне Еламанның бұрышындағы бапкері Алишер Ғазиз да осы Octagon Selection турнирінде сәтті өнер көрсетіп негізгі лигаға жолдама алған болатын. Еламан да сол өзінің командаласының досының жолын жалғастырып көруге барынша тырысып жатыр. Әзірге әзірше бәрі сәтті бәрі. Сонымен екінші раунд. Бұл жерде бірінші раундта Еламан шыны керек өз пайдасына шешті деуге болады. Басында әрине Нұрсұлтан тіктір ұрыста жақсы бастады жекпе-жекті. Ну что ж, у нас начинается второй раунд этого очень интересного и увлекательнейшего поединка. Еламан жетпіспай в синем углу. Ее соперник Нұрсұлтан Еркінтаев. Легчайший вес 61 килограмм, 200 граммов. Но сразу же пошел в атаку с попыткой перевода в партер соперника. Нұрсұлтан Еркінтаев, правда, не получилось у него сделать задуманное. Здесь уже такой финт показал, якобы прохода в ноги. Еламан жетпіспай, и что ж, пока в стойке. Ребятам, в принципе, комфортно в этой позиции поединок проводить. И не спешат форсировать события. Ни Еламан жетпіспай, ни Нұрсұлтан Еркінтаев. Әзірге қос спортшыда сақ қимылда. Міне бұл жерде Еламан бүйірден жасалған, сол аяқпен жасалған соққысы сәтті өтті. Тіпті аздап Нұрсұлтан бұл соққыны сезгендей болды. Әрине бұндай соққылар спортшының қимылдауына өз әсерін тигізері анық. Мінекей лау кик ішкі тұстан жасалған Еламан тарапынан тағы бір соққы, міне дәл сол жерге тиді. Сонымен
Еламан жетпіспай бұл жекпе-жекті уақытынан бұрын аяқтап отыр. Мінекей. Ну что ж, друзья, это неожиданная победа, если честно. Не предполагалось, что именно вот так завершится бой. Хотя фабула этого поединка сходилась, наверное, к победе по очкам одного из бойцов. Ну что ж, Елемана мы поздравляем. И поздравляем его наставника Данеша Дунгимбаева и всю команду Triumph Fights. Расында дәл осылай аяқталатынына ешкім сенген жоқ. Өйткені Елеман бірінші раунд өзінің күресте басындығын көрсеткен еді. В этом конкурентном бою во втором раунде на первой минуте 35 секунде победу нокаутом одержал боец из синего угла октагона Елеман Жетпісбай. А следующий бой пройдет в легчайшем весе. В синий угол октагона приглашается боец из Казахстана Нариман Меметов. Красный угол октагона приглашается его соперник в данном бою. Боец из Казахстана Нур Абдрахан. Переходим к объявлению пары бойцов. В синем углу октагона спортсмен из Казахстана. Ему 19 лет. Его рост 170 сантиметров. Его официальный вес 61,2 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. В синем углу октагона Нариман Меметов. В красном углу октагона его соперник в данном поединке. Спортсмен, представляющий Казахстан. Ему 21 год. Его рост 173 сантиметра. Его официальный вес 61,2 килограмма. Это также его профессиональный дебют в октагоне. В красном углу октагона Нур Абдрахан. Рефери в октагоне Халил Мамиев. Бойцы на середину.
Бойцы, правила знаете, не нарушаем, внимательно слушайте. После команды стоп, прекращаем все действия. Руки пожали. По углам. Первый раунд. Ну что, первый раунд у нас начинается. Рефери в октагоне Халил Мамиев. Опытнейший казахстанский рефери, работающий в структуре смешанных единоборств. И стандартный вопрос для двух бойцов: готов? На что оба файтера ответили утвердительно. Очень хорошо сейчас посмотрим, как Нур начинает с ноги сразу же. Такая попытка, видимо, в партер соперника перевести от Нура Абдрахана. Но что будет бросок сейчас в его исполнении? Нет, все-таки отбивается Нариман Меметов от атаки своего соперника. С разворота попытка здесь пробить, попадает в руку оппоненту. Видимо, такой неприятный сейчас удар пришелся в руку Нура. И что здесь? Я қазір Нур қарсыласының артына шығып кетуге жақын. Қазір Нариман Ехолмен мінекей артына шығып үлгерді. Қылқындыру әдісін жасап көрге тұрсады. Міне бұл жерде Нур Абдрахан еш қиындықсыз қарсыласына қылқындыру әдісін жасай алды. Сөйтіп кәсіби мансабындағы алғашқы жеңісіне қол жеткізіп отыр. Жекпе-жек тіпті бір минутқа да жетпеген сияқты. Бұл жерде Нариманның қателігі қарсыласын артына шығарып қойды. В этом динамичном бою на 58-й секунде первого раунда победу приемом рернак чок одержал боец из красного угла октагона Нур Абдрахан. Пятый поединок отборочного турнира пройдет в легчайшем весе. В синий угол приглашается боец из Казахстана Нурмухамед Баекеев. Красный угол октагона приглашается его соперник в данном поединке. Боец из Казахстана Дінмұхамед Акимбай. Переходим к представлению пары бойцов. В синем углу октагона боец из Казахстана, бойцу 20 лет,
Его рост 178 сантиметров. Его официальный вес 61,2 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. Спортсмен из Казахстана в синем углу октагона. Нурмухамед Баекеев! В красном углу октагона его оппонент в данном бою. Боец из Казахстана, бойцу 18 лет. Его рост 175 сантиметров. Его официальный вес 61,2 килограмма. Его профессиональный рекорд. Одна победа без проигрышей. Боец из Казахстана в красном углу октагона. Дынмухамед Акимбай. Рефери в октагоне Дауренбек Жакаев. Жонглёр ротага. Жонглёрлер, ережен білеміз, ережен бұзбаймыз. Мен мұқиятын тыңдаймыз. Бізге сәт, қол алсаңыз. Бірінші раунд. Дұрыши, дұрыши, бас дұрыши. Дайынсыз ба? Дайынсыз ба? Дынмұхамедтің алғашқы джеб соққысы. Нурмухамед, Дынмухамед, аминеки. Өте жақсы аяққа өте өтісін жасады. Бұқыста Дынмухамед. Я қазір өте ұңғайлы позицияға шықты. Дынмухамед қазір. Мойнын қылқындырып атысын жасап көруге тұрсады, қаншалықты сәтті болатын көрек, иә, позиция өсірді, мен мына жерде қылқындырып атысы. Нұрмұхамед қаншалықты қорған алып, кен бұл тұста. Иә, қазір бапкерлердің жату керек деген нұсқалы қолынан кейін, Нұрмұхамед жатып, қатыс жасауға тұрсып жатыр. Бәрі келді, мінекей. Бірінші раундтың тіпті бірінші минутында жеңіске жетті деуге болады. Неге біз шаршаланың арғы жағынан... В первом раунде на 56 секунде победу приемом Дарс Чок одержал боец из красного угла октагона Дынмухамед Акимбай. Ну что, вторая победа в карьере у Дынмухамеда Акимбая. На одном из предыдущих турниров Octagon Selection он также дебютировал и в таком же стиле просто блестяще провел свой поединок. И вот вторая победа к ряду. Хотелось бы, честно говоря, этого парня увидеть на большой арене. Дорогие зрители, мы с вами добрались до шестого боя вечера. Бой пройдет в легчайшем весе. В синий угол приглашается боец из Казахстана Аймырза Бекимбетов. Красный угол, приглашаем его соперника в данном поединке. Спортсмен из Казахстана Тимур Мадибеков.
Переходим к представлению пары бойцов. В синем углу октагона спортсмен из Казахстана. Спортсмену 18 лет. Его рост 178 сантиметров. Его официальный вес 61,2 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. Спортсмен из Казахстана в синем углу октагона. Аймырза Бекимбетов! В красном углу октагона его визави в данном поединке. Спортсмен из Казахстана. Спортсмену 19 лет. Его рост 179 сантиметров. Официальный вес 61,2 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. В красном углу октагона Тимур Мадибеков. Рефери в октагоне Дауренбек Джакаев. Ну, все готово к началу поединка. В октагоне рефери у нас Дауренбек Джакаев, один из самых опытных казахстанских рефери, работающих в структуре смешанных борств. Сам в прошлом великолепный боец по ММА. На заре становления всего этого движения, даже когда ММА еще не был мейнстримом, Дауренбек Джакаев уже был в этом виде спорта. И за это ему, конечно же, отдельнейший, огромнейший респект. Аймырза Бекимбетов в синем углу, Тимур Мадыбеков, соответственно, в углу красном, в противоположном. Легчайший вес, очень резво поединок ребята начинают сразу же в партер. Своего соперника Тимур Мадыбеков переводит. И что здесь? В гард плотно так пытается закрыть своего соперника, находясь в нижнем положении Аймырза Бекимбетов. Ну, в принципе, для опытного грэплера это достаточно неплохая позиция. Мне казар Тимур Мадибеков сәл құйтырқы әрекетке барып, шынтақпен қаршыласын беден бастып, қолын ажатып алды, яғни өзіне ыңғайлы позиция жасап алды деуге толық негіз бар. Қазір бұл жерде Аймырза үш бұрыс әдісін жасап көрге тұрсып бағуда, бұған қаншалықты мүмкіндік берер екен. Тимур мінекей бұл жерде толық қанды мойнын қысып алды. Аймырза дегенмен қазір, я, қазір басын басып, арғарай, өзіне қарай тартып, тұрсып көр керек. Әзірше Тимур барынша сәт қорғанып бағуда. Ешқандай нәтиже жоқ әзірше. Мінекей қазір енді Аймырзаға, Тимурға бұл позициядан барынша шуға тұрсып керек. Дегенмен өкінішке орай, Аймырза... Аймырзаның қуанышына қарай, Тимурдың өкінішіне орай, бұл жекпе-жек аяқталды. Аймырза бәркелді, өте жақсы мінекей. Бұл жерде Тимурдың өкініштен өзегі өртеніп жатқанын көрге болады. Қалайша бұндай қатерге жол беріп, қойға болатынын өзі де аңғармай қалған сияқты. Ау, Аймырзаның қуанышына шек жоқ. Я мінекей, Тимур әлі де орнынан тұрар емес, өйткені өкінішті жеңіліс, арасында өзі шабулды, өзі сәтті бастап, өзі жалғастырып жатқан жерінен қарсы әдіске түсіп қалды. В этом бою на первой минуте 48 секунде первого раунда победу приемом «Триангл Чок» одержал боец из синего угла октагона Аймырза Бекимбетов. Ну что ж, Аймырза Бекимбетов в первом же раунде одерживает победу болевым над своим соперником Тимуром Мадыбековым. Аймырзу поздравляем с этим блестящим выступлением. Действительно, очень ярко показал себя он в этом поединке. Это весовая категория 61 килограмм и 200 граммов, легчайший вес. И в этой же категории у нас выступит следующая пара бойцов. Давайте за ними и понаблюдаем сейчас. Ну, вначале по традиции хайлайты от режиссеров трансляции. И после ринг-анонсер объявит нам очередную пару. Thank you.
Мы с вами добрались до седьмого боя вечера. Бой пройдет в легчайшем весе. В синий угол приглашаются спортсмены из Казахстана. Али Мамутхан. Красный угол приглашаем его оппонента, спортсмена из Казахстана, Карим Союзов. Переходим к объявлению бойцов. В синем углу октагона спортсмен из Казахстана. Ему 25 лет. Его рост 169 сантиметров. Его официальный вес 61,2 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. В синем углу октагона Али Мамутхан. В красном углу октагона его соперник в данном поединке. Спортсмен из Казахстана. Ему 19 лет. Его рост 176 сантиметров. Его официальный вес 61,2 килограмма. Его профессиональный рекорд. Одна победа и один проигрыш. Спортсмен из Казахстана в красном углу октагона. Карим Союзов. Рефери в октагоне Тлек Папанов. Сонмен алғашқы раунд. Али Мамутхан мен Карим Союзов арасындағы кездесу. Первый раунд. Не бізде Али Мамутхан солақа екен, бірден лоу-кик соққысымен шабуылын бастады. Ал Карим оған хай-кикпен жауап берді. Хорошо сейчас, да, ногами Карим Союзов отрабатывает в самой начале пятиминутки. Времени еще, в принципе, очень много. Опрометчиво вперед головой кидается к сопернику Али Мамутхан. Не боясь, что здесь на контратаке встречно ногой будет Карим Союзов и попасть. Неплохо так, на самом деле, Али Мамутхан начал. Попытка, что здесь, в партер соперника перевести здесь за ногу с подсечкой по возможности. Но будет, да, все-таки, посмотрите, как в партер Карима Союзова переводит. И здесь можно руку вытянуть, это на болевой очень. Великолепный эпизод может получиться. Удержаться, да, конечно же, нельзя. Рефери в октагоне очень четко на данный эпизод реагирует. И что здесь уже сам Карим Союзов, посмотрите ситуацию. Выпрямляет за спину, сопернику заходит. Контроль спины, безусловно, сейчас на его стороне. И пошла бомбардировка уже соперника. Капа здесь выпала изо рта. Здорово. Нет, с разворота все-таки
промахивается. Могло получиться очень красиво в стиле Жан-Клода Ван Дамма. Я казыр Алиды Назар шаршах палган байха мутырмыз. Мінеки бірінші раунда я жақсы соққысы өтті Каримнің. Бұл жерде мінеки қолының сыртымен жасаған соққылары дәрдеп жатыр Каримнің. Қазір аяғын орап қылғындырып көруге тырысады Карим. Одан бөлек бұл жерде соққы жасауға да ыңғайлы позиция мінекей. Иә, расында бұл жерде төрешілер дер кезінде араласты, өйткені Али Мамықтан ары қарай қорғануға аса құлшыныс білдірмеді. Бұл жерде тіпті мүмкіндігі де болған жоқ деп айтуға болады. Бір жақсы қорғаныс табуға Карим Союзов өзінің тәжірибелі екенін тағы бір дәлелдеп шаршы алаңдағы екінші жеңісіне қол жеткізіп отыр. Ал Али Мамытхан үшін дебютті жекпе-жек аса сәтті бола қойған жоқ. В первом раунде на второй минуте 27 секунде победу техническим нокаутом одержал боец из красного угла октагона Карим Союзов. Да, Карим Союзов поддерживает победу в этом поединке, но вы знаете, если честно, Али Мамытхан на самом деле неплохое впечатление оставил. Да, не хватает ему, может быть, опыта, боевого опыта выступления на такой арене, но есть у него определенные задатки, если правильно поработать тренерам с этим парнем, из него что-то можно слепить, на мой взгляд. А Карима Союзова мы поздравляем с победой. Следующий бой отборочного турнира пройдет в наилегчайшем весе. В синий угол приглашается спортсмен из Таджикистана Амирчон Латифов. Красный угол октагона, приглашаем его соперника в данном поединке. Спортсмен из Казахстана. Жолдасбек Оразбаев. Переходим к представлению пары бойцов. В синем углу октагона спортсмен из Таджикистана. Бойцу 20 лет, его рост 170 сантиметров. Его официальный вес 56,7 килограмм. Это его профессиональный дебют в октагоне. Спортсмен из Таджикистана. В синем углу октагона Амирчон Латифов.
красном углу октагона его соперник в данном поединке. Спортсмен из Казахстана. Спортсмену 24 года. Его рост 176 сантиметров. Его официальный вес 56,7 килограммов. Это также его профессиональный дебют в октагоне. Спортсмен из Казахстана. В красном углу октагона. Жолдасбек Оразбаев. Рефери в октагоне Тлек Бапанов. Давайте на середину. Поприветствовали. Вы профессионалы, правила знаете. Экипировку не трогаем, сетку не трогаем. Моя команда выполняется быстро и четко. По углам защититесь. Сонымен бізге анонсер спортшыларды таныстырды. Алда алғашқы раунд күтіп тұр қос спортшыны. Первый раунд, судья, время, готов? Готов? Бай! Сонымен алғашқы раунд. Алешчон. Аяқ бері лақтыр. Латифов және Жолдасбек Оразбаев. Арасындағы кездесу мінекей. Мінекей тәжік спортшы бірден күреске, яғни күресуге шешім қабылдаған екен, бірден атылып аяғына кіріп, қазір қарсыласын астына алып соққысын жаудырту үшін жағдай жасап жатыр, бірақ әзірге аса сәтті емес. Бұл жерде бізде Жолдасбектің қорғанысы сыр берген жоқ. Иә, төрешілер де жекпе-жекке басты тік тұрып ұрысуға шақырды қос спортшыны. Мінекей тағы да мінекей Амир Джон қадалған жерінен қан алатын спортшы екен көрініп тұр. Қайтадан мінекей күрес әдісіне кіріп, қазір қарсыласын жығып алуға тырысады. Бұл жерде Жолдасбек сәл сеткадан тордан ұстап өзінің жағдайын жақсартуға тырысып көрген еді. Төрешілер бірден байқап ескерту жасады. Міне Амир Джон тағы да өзінің бір діттеген ойын іске асыру үшін қарсыласын астына салып ап әрекет жасап көруде, бірақ әзірше Жолдасбек те оңай шағылатын жаңғы емес екенін көрсетіп отыр. Мінекей жақсы қорғана білуде. Қазір мен бір аяғын әлде Амир Джон өз бақылауында ұстап тұр. Қазір Жолдасбекке бұл позициядан барынша шығуға тырысу керек. Жоқ, Амир Джон оған мүмкіндік берер емес. Дегенмен бір жарым бір минуттық күресінің ішінде әлі бірде бір соққы жасалған жоқ Амир Джон тарапынан. Міне мына жерде бір екі соққысы Амир Джонның өтіп кетті. Шын керек, бұны Жолдасбек те күтпей қалған сияқты бұндай соққыны. Қазір міне аяғын орап белінен қысып алды Амир Джон. Бұл Амир Джонның соққы жасауына қылқындыру әдісін жасап көруге жақсы бір жағдай туғызатын позиция. Әзірге Жолдасбекті қарсыласын қолын байлап алып қылқындыруға, соққы жасауға мүмкіндік берер емес. Өзі тіпті соққы жасап көруге тырысып бағуда. Бұл жерде төреші қазір жекпе-жекке араласуы әбден мүмкін. Егер дәл осылай қос спортшы жататын болса, Амир Джонның өз ойлағаны бар сияқты. Төреші қос спортшыны тұрғызып тік тұрып айқасуға шақырды. Джеб соғылмен жасалған, бірақ дәл тиген жоқ. Амир Джонның аяқпен жасалған алғашқы соққысы жекпе-жек барысында. Міне тағы да сол күрес әдісіне кірді. Қазір беліне өтіп құлатып алуға тырысады. Амир Джон ойлағанын іске асырып отыр. Мінекей тағы да
күресіп, қарсыласын астына салып алды. Бұл жерде қазір Жолдасбек қылқындыру әдісін жасап көруге тырысып жатқан сияқты, бірақ әзірше ешқандай нәтиже берер емес. Тағы да төреші жекпе-жекке араласты. Мінекей енді өте жақсы джеб, апперкот жасап көруге тырысты. Бірақ міне дәл осы сәтті Амирчан күткендей болды. Соққы жасаған сәтінің күтіп. Дана бою на 4 минуте 17 секунде. Победу приемом армбар одержал боец из синего угла октагона Амирчан Латифов. Амирчан. Амирчан өзінің ойлағанын іске асырды деген толық негіз бар. Міне 5-ші мәрте күрес әдісіне кіріп, күреске салып, қарсыласына ауырту әдісін жасап, жеңіске жетті. Сонымен 20 жастағы Амирчан Латифов кәсіби мансабындағы алғашқы жеңісіне армбар әдісі арқылы жетіп отыр. Бұл жерде Жолдасбекте жақсы өнер көрсеткен еді, бірақ бір қателік бүкіл жекпе-жектің тағдырын шешіп кетті деуге толық негіз бар. Амирчан. Әрине, бұл жас спортшы үшін жақсы бастама. Осындай деңгейде, осындай турнирде өнер көрсетіп, жеңіске жету кез келген спортшының арманы, әрі қолынан келе бермейді деуге толық негіз бар. Назарларыңызда жекпе-жектің жарқын сәттері мінекей. Девятый бой турнира пройдет в легчайшем весе. В синий угол приглашается спортсмен из Узбекистана Санжар Файзиев. Красный угол приглашаем его оппонента в данной схватке. Боец из Казахстана Михаил Мамедов. Переходим к представлению пары бойцов. В синем углу октагона спортсмен, представляющий Узбекистан. Бойцу 20 лет. Его рост 182 сантиметра. Его официальный вес 62 килограмма ровно. Боец вышел на бой с желтой карточкой. Его профессиональный рекорд. 0 побед и 1 проигрыш. В синем углу октагона Санжар Файзиев. В красном углу октагона его оппонент в данном поединке. Спортсмен из Казахстана. Ему 20 лет. Его рост 173 сантиметра. Его официальный вес 61,2 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. Спортсмен из Казахстана в красном углу октагона Михаил Мамедов.
Рефери в октагоне Халил Мамиев. Бойцы на середину. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушайте команду. После команды стоп, прекращаем все действия. Пожали руки по углам. Судьи, за перевес желтая карточка. Какого судья? Первый раунд. Ну что ж, у нас девятая пара бойцов. Санжар Файзиев, боец из Узбекистана. Против него сегодня Микаил Мамедов, боец из Казахстана. Оба файтера выступают в весовой категории легчайшего веса 61 килограмм и 200 граммов. Но Санжар Файзиев сразу же выходит в клетку с желтой карточкой. Накануне он не вписался в лимит установленной весовой категории, поэтому Санжару для общей победы в сегодняшнем поединке нужно, конечно же, безусловно, просто доминировать над своим соперником. Желтая карточка – это большой минус. И в целом бойцы, конечно же, в принципе, обязаны соблюдать тот лимит весовой категории, который устанавливает лига. Немного повыше ростом своего соперника, вот так вот с дистанции начинает этот бой. Санжар идет вперед. Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо сейчас, а? В этом бою на 51 секунде первого раунда победу нокаутом одержал боец из красного угла октагона Микаил Мамедов. Мы с вами добрались до 10-го боя турнира, который пройдет в легком весе. В синий угол приглашается спортсмен из Казахстана. Батл Куан Ашпаев. Красный угол приглашается Алмаз Толкубеков из Казахстана. Представляем вашему вниманию пару бойцов. В синем углу октагона спортсмен из Казахстана. Ему 19 лет. Его рост 180 сантиметров. Его официальный вес 73 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. В синем углу октагона батл Куан Ашпаев. В красном углу октагона его соперник в данной схватке. Боец из Казахстана. Ему 25 лет.
Его рост 178 сантиметров. Его официальный вес 73 килограмма. Это также его профессиональный дебют в октагоне. В красном углу октагона Алмаз Толкубеков! Рефери в октагоне Халил Мамиев. Бойцы на середину. Бойцы, правила знаете, не нарушаем. Внимательно слушайте команду. Пусть команда стоп не работает. Пожалуй, руки. По углам. Первый раунд. Батыл Куанышбай мен Азамат Толыбеков арасындағы жекпе-жектің басталуына санаулы секундтар қалды. Мінекей қос спортшы да сақадай сай екенін көрсетіп тұр жекпе-жекке. Ну что ж, у нас 10-я пара бойцов сегодняшней программы. Батыл Куанышбай в синем углу, Алмаз Толыбеков. Легкий вес 70 килограммов и 300 граммов. Такой лимит, установленный в этом весе. Аккуратненько так бойцы сейчас друг другу присматриваются. Пока в центре октагона Батыл Куанышбай так слегка ногой попытался пробить по оппоненту. Еще один такой выстрел. Неплохие навыки пока работы ногами нам сейчас Батыл показывает. Ну и не спеша так Алмаз Толыбеков тоже по октагону передвигается. Вполне возможно, какой-то взрыв нас от двух бойцов еще ожидает. Пока же притирка друг к другу. Ой, здорово здесь. Так правым боковым даже показал Куанышбай. Попал соперника, удар был не такой разрушительной силы. Ну и готов. Посмотрите, как на контратаке Батыл Куанышбай встречает своего соперника. Это очень здорово. И сразу же резко так по октагону закружил Куанышбай. Показывает, что в случае чего способен он и скорости включать в этом поединке. Я Коспорт Жараснага Тарсы Жекбежек. Мне Казар Батылдын шабуын жақсы қарсадыске пайдалуға тұрсып көрді Алмаз. Қазір мне Батыл қарсыласын қықындып көрге тұрсады. Я бұл жерде қазір Алмазға басын мойнын шығару керек. Я дәл солай. Енді осы тұста Алмаз қарсыласына соққы жаудырып жекпе-жекті уақытынан бұрын аяқтауға тұрсу керек. Әрине, бұл оңай шаруа емес, өйткені Батылдың қорғанысы тас қамал. Яғни ешбір соқы жасауға мүмкіндік берер емес қарсыласына. Міне, бұл жерде Алмаз қолын шығарып бір соқы жасап үлгерді. Әзірге Батыл барынша сәтті қорғануға тырысып бағуда. Бірақ бұл қаншалықты ұзаққа созылады. Міне, бүйірден жасалған соққылар шынтақпен де арасында қосып жатыр. Соққыны мінекей емес. Бұл жерде міне қазір арым бар әдісін жасап көруге Батыл Куанышбай тырысып көруде. Бірақ Алмаз қолын барынша За поединке на третьей минуте, третьей секунде первого раунда победу приемом армбар одержал боец из синего угла октагона Батыл Куанышбай. We'll be right back.
Переходим к 11-му бою турнира, который пройдет в полусреднем весе. В синий угол приглашается спортсмен из Узбекистана Джавлонбек Азамкулов. Красный угол приглашается его визави в данной схватке. Спортсмен из Казахстана Алибек Сейдазым. Переходим к представлению пары бойцов. В синем углу октагона спортсмен из Узбекистана. Ему 24 года. Его рост 176 сантиметров. Его официальный вес 77,1 килограмм. Это его профессиональный дебют в октагоне. В синем углу октагона Джавлонбек Азамкулов. В красном углу октагона его соперник в данном бою. Боец из Казахстана. Ему 24 года. Его рост 185 сантиметров. Его официальный вес 77,1 килограмм. Его профессиональный рекорд 0 побед и 1 проигрыш. В красном углу октагона Алибек Сейдазым. Рефери в октагоне Дауренбек Джакаев. Бойцы, на середину. Итак, арбитрский поединок сегодняшней программы Джавлонбек Азамкулов, Узбекистан, в синем углу его соперник Алибек Сейдазым, который представлен у нас в красном углу октагона, он из Казахстана, это полусредний вес, весовая категория 77 килограммов и 100 граммов. Дауренбек Джакаев еще раз проверяет готовность бойцов к этому поединку. Что ж, Алибек сразу же берет инициативу в свои руки. Очень здорово так идет вперед. Что здесь получилось? Казалось, что Джавлонбек будет сейчас нырять в ноги сопернику, но этого не происходит. В итоге Джавлонбек ложится на настил октагона и, видимо, попытался в эту зону пригласить подраться своего оппонента. Вязкая такая борьба сейчас в партере здесь наступает, но пока не видим никаких активных действий, в том числе от Алибека, который в верхней позиции в партере находится и, ну, по идее, должен активность проявлять и атаковать. С локтя здесь Алибек попытался пробить. Дауренбек Джакаев еще раз бойцам напоминает об активности, которую оба должны проявить. Да, активных действий, и Дауренбек Джакаев двух бойцов вновь в стойку поднимает. Ой, какой опасный такой размашистый удар сейчас Джавлонбек пытался нанести по своему оппоненту. С ноги прибывает, но здесь Алибек показывает: давай вставай, подеремся в стойке. Такой вариант развития событий Алибек своему оппоненту предложил. В итоге Джавлонбек поднялся и вновь в
в стойке так здорово Алибек расстреливает. Такое ощущение, как будто Жабаламбек просто боится пропустить удар по ходу этого поединка вновь. Дауренбек двух бойцов стойку поднимает и предупреждает, что нужно быть поактивнее. Я хазар Жабаламбекке төреші Дауренбек Жакаев ескерту берді. Алибек Сейдазов қазір қылқындыру әдісіне жақсы шықты. Бұл жерде мойнын толыққанды алды. Ары қарай қылқындыру әдісін жасауға толық мүмкіндігі бар. Мінекей жоқ, бірақ жібере салды. Бұл жерде бізге түсініксіз. Неліктен бұндай жағдайға барған өте отымды сәт еді. Қылқындыру әдісін жасауға жоқ. Әлібектің басқа ойлағаны бар сияқты. Я бұл жерде Жабаламбек Азамқұлов жерде жатып алып, ашыласын партерге шақырып жатыр десек те болады. Қазір міне расында Жабаламбекте бір көзінде үрей бар, шайқасуға, ұрысуға деген мүлде құлқы жоқ. Керісінше шалқасынан жатып қарсыласыны басқа бір қырмен, басқа бір көзқараспен қарап жатқан байқап тұрмыз. Мінекей Дәуренбек Жақаев қата ескерту берді Жабаламбек Азамқұловқа. Енді тағы бір ескерту алатын болса, сары қағаз алып, тіпті жарыстан шеттету де әбден мүмкін. Әлібек Сейдазым дәл осы тұста негізінен жекпе-жекті аяқтауға толық мүмкіндігі бар, бірақ Әлібекті қарсыласын қуалап жүріп, орғысы келіп жүрме. Мінекей алғашқы соққысы Жабаламбектің дөп дейді. Ары қарай енді осылай шабуылды үдетуі керек, бірақ ондай әрекетке барар емес. Міне жақсы Әлібек Сейдазым орындауындағы жақсы бір діземмен жасалған соққы. Жабаламбек Азамқұлов. Ну и вновь по ходу поединка Жабаламбек Азамқұлов показывает такую пассивность в действиях. Но такое ощущение, как будто вообще нет желания у него драться. Я дәл солай. Аса құлшынысы құлқы жоқ сияқты шыны керек төбелесуге. Міне тағы бір ескерту, тіпті сары қағазында берді. За пассивный бой. Вам ясно? Секундант, ясно? Ну что ж, на желтую карточку сейчас нарывается Жабаламбек за свои пассивные действия. Вновь он оказывается на настиле октагона. В партере здесь, наверное, гонг только сейчас спасает от расстрела и бомбардировки в исполнении Алибека Жабаламбека Азамқұлова. Ну что ж, давайте... Минута перерыва у нас сейчас, небольшая нарезка по итогу первого раунда, и мы вновь возвращаемся в октагон. Второй раунд. Мне назарларыңызда өзбекстандық спортшы Жабаламбек Азамқұлов және оның қарсыласы Әлібек Сейдазов. Жабаламбек әдеттегі өз мәнеріне көшіп, мінекей қайтадан жата қалды. Соққы тисін тимесін әйтеуір партерге жатып алып тұр. Басқа бір көрсеткісі келе ме, әлде түсіне алмадық Жабаламбекті бұл жекпе-жекке қандай мақсатпен шыққанын. Тағы соққылар, Әлібек Сейдазым соққылары тиісті межесіне жетті. Не надо, не делай это, бей! Оверхенды закидывай! Боясь не угла!
Вновь такая необдуманная попытка прохода в ноги в исполнении Жапонбека Азамкулова. Я был жерде тесетер кетимесе бутака деген қағидан ұсталып аяққа өткен сияқты жауап дейді. Дауренбек Джакаев вновь акцентирует внимание на пассивных действиях своего соперника Алибека Сейдазыма, Жаланбека Замкулова. Вновь и вновь стойку поднимает. Ну что ж, в принципе, работа в стойке по комфорту Алибеку. Даже секунданты Жаланбека здесь уже своему подопечному говорят о том, что нужно подниматься и... Я был жерде негізі Алибекке ешқандай күтіп қарап тұрудың қажеті жоқ сияқты. Жойқын-жойқын соққыларын жаудырып, жекпе-жекке уақытынан бұрын аяқтауға толық мүмкіндігі бар. Бұл жерде Дәуренбек Джакаевтың да төзімі таусылған сияқты. Яғни Жаланбек Азамқұлов төбелесуден бас тартып, яғни жарыстан жекпе-жектен шеттетті. В этом бою на 2 минуте 43 секунде 2 раунда за пассивное ведение боя бойцом из синего угла октагона Жапонбеком Азамкуловым он дисквалифицирован. Тем самым боец из красного угла октагона одержал победу. Алибек Сейдазым! Дорогие друзья, мы с вами добрались до 12-го поединка турнира, который пройдет в легком весе. В синий угол приглашаются спортсмены из Казахстана. Багашар Кураласов. На угол приглашаем его оппонента в данной схватке. Боец из Казахстана Мади Муналов. We'll be right back.
Представляем вашему вниманию пару бойцов. В синем углу октагона спортсмен из Казахстана. Ему 28 лет. Его рост 176 сантиметров. Его официальный вес 73 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. В синем углу октагона Багашар Хораласов. В красном углу октагона его оппонент в данном бою. Боец из Казахстана. Ему 29 лет. Его рост 178 сантиметров. Его официальный вес 73 килограмма. У него 0 побед и 1 проигрыш. В красном углу октагона Мади Муналов. Рефери в октагоне Дауренбек Жакаев. Жауынгерлер, ортага. Жауынгерлер, ережені білеміз, ережені бұзбаймыз. Мен мұқиятымды тыңдаймыз. Түсіндер ма? Қол алсамыз. Іске сәт. Бірінші раунд. Ну что ж, друзья, у нас ко-мейн ивент, со-главный поединок сегодняшней программы. Багашар Кораласов. Хорошо. В синем углу его соперник Мади Муналов. Он в красном углу октагона представлен. Это легкий вес. Весовая категория 70 килограммов и 300 граммов. Интересно понаблюдать за этими бойцами. Но предыдущий бой у нас выдался, конечно, достаточно таким интересным. В плане того, что не часто увидишь, когда спортсмена снимают по ходу поединка за пассивные действия. Но именно у нас такое получилось в битве между Алибеком Сейдазымом и Жалбеком Азамкуловым. Как пройдет этот поединок, интересно будет за этим понаблюдать. Вот какой хороший сейчас. Тогда вспомнили на шар Кораласова. Здорово, вперед сразу же пошел на соперника. Что сейчас? Попытка еще один бросок провести. Да, получается у него это сделать. Ну, хорошие навыки борьбы у этого спортсмена. Посмотрите, как сразу же атакует. Очень мощно пробивает по сопернику. Причем миксует удары как в голову, так и в корпус. Я Багашар Кораласов. Аяхпенде, колменде, дземенде. Өте жақсы сауатты өнер көрсетуде. Соққылары діттеген жеріне тиіп жатыр. Міне тағы да бір дземен жасап соққы. Әрине бұл. Мади Муналов үшін... Жағымсы соқы, яғни ол жерде біраз әбігерге салған сияқты Багашар қарсыласын. Яғни тағы бір кезекті лау-кик, міне тіпті әбігерді. Міне кезекті соқыларын жаңбыршы жауды құп жатыр Багашар. Бұл жерде тіпті қазір төреші араласуы мүмкін. Дәл осылай мүмкін. Қорған болса, міне көз айтылғанша Дәуренбек Жақаевты жекпе-жекті тоқтатты. Өйткені Мади Муналов тиісті қорғаныс көрсеткен жоқ. Бұл жерде Багашар Қорасаловқа қарсы еш айла, еш қарсы әрекет ойлап таба алмады. В данной схватке на второй минуте и первой секунде первого раунда победу техническим нокаутом одержал спортсмен из синего угла октагона Багашар Кораласов. We'll be right back.
Дорогие друзья, мы с вами добрались до заключительного боя турнира. И я вам советую не отвлекаться и даже не моргать, потому что данный бой пройдет в тяжелом весе. В синий угол приглашается спортсмен из Узбекистана Исмаил Садулаев. Красный угол октагона приглашается его визави в данном поединке. Спортсмен из Казахстана Мейржан Кабидолин. Это заключительный бой турнира «Октагон Селекшн 23». Переходим к представлению пары бойцов. В синем углу октагона спортсмен из Узбекистана. Ему 28 лет. Его рост 179 сантиметров. Его официальный вес 110 килограммов ровно. Его профессиональный рекорд – 1 победа и 0 проигрышей. Спортсмен из Узбекистана. В синем углу октагона Исмаил Садулаев. В красном углу октагона его соперник в данной схватке – боец из Казахстана. Ему 22 года, его рост 180 сантиметров, его официальный вес 112 килограммов ровно. Это его профессиональный дебют в октагоне. В красном углу октагона! Дайте аплодисментов! Мейржан Кабидолин! Рефери в октагоне – Дауренбек Жакаев. Бойцы на середину. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем меня. После команды стоп, все действия прекращаем. Все ясно? Покажите красивый, честный бой. Пожалуй, руки. Удачи. Сонмен алғашқы раунд. Октагон Селекшн 23 турнирінің басты жекпе-жегі. Аса ауыр салмақ. Өзбекстандық Исмаил Садулаев және қазақстандық спортшы Мейржан Кабидолин. Бойцы, вы готовы? Міне, спортшылар бірден шабуылға көшті. Өзбекстандық спортшы оң аяқпен лоу-кик соққысын жақсы дартты қарсыласына. Міне, қазір Мейржан да атылып ауыр соққысын жұмсауға дайын екенін көрсетті. Міне, қазір бұл жерде өзбекстандық спортшы зімен жақсы соққы қазір күреске кірген, яғни аяғын ұстап қарсыласын құлатып алуға тырысады. Иә, мінекей расында Исмаил Садулаев бұл жерде
Но такое энергичное начало поединка, несмотря на то, что тяжеловесы в октагоне у нас находятся, очень активный Садулаев в первую очередь. Посмотрите, как легко сейчас он передвигается в клетке, и над соперником здесь уже тяжело даже задышал его соперник Мейржан, что здесь удушающий прием, по всей видимости, ищет Исмаил Садулаев. Вот здесь вновь шею забирает на контроль. Что, ну, нужно решать этот эпизод. Я был жерде казар Исмаил Садулаев харшласын қылқындырасын. Харшласына қылқындырасын жасап көрге тұрсады. Мейржан сәтті қорғана білді. Қазір екінші мүмкіндік, екінші талпыныстан осы әдісті жасап көрге тұрсады. Садулаев жоқ, ол жерде ұрып алуға, соқы жасап алуға шешім қабылдаған секілді. Өте дұрыс шешім. Кені қарсыласын шаршатып барып қоқындырған. Әрине оңайырақ, міне қарсыласын мойынан қапсыра құшақтап қысып алды. Қазір көреміз енді қаншалықты шыдайды екен. Берілуге мәжбүр болды. Осылайша Исмаил Садулаев кәсіби мансабындағы екінші жекпе-жегінде жеңіске жетіп отыр. В данном поединке на первой минуте 59 секунде первого раунда победу приемом реальный чок одержал боец из синего угла октагона Исмаил Садулаев. Ну, ну что ж, Исмаила Садулаева мы с этой победой поздравляем. Блестящее выступление, отдаем должное его сопернику. Ну, не повезло ему сегодня нарваться на такой мощнейший поезд, имя которому Исмаил Садулаев. Друзья, мы сегодня с вами посмотрели великолепный турнир от Лиги Октагон, Селекшн 23. Для вас работали Данияр Каримжан и мой коллега Дәурен Түлкібай. Я құрметті жанкүйерлер, сіздермен болған біз Данияр Каримжан және мен Дәурен Түлкібай. Октагон Селекшн 23 турнирінің басты жекпе-жегінде өз мәресіне жетті. Достар, бұл турнирді комментаторлық қызмет ретінде менің дебютім болды, сондықтан кішігірім қателіктер орын алса, түсініспеушілікпен қарап, кешірмен қарайсыздар деген ойдамыз. Жеңісті күндерде жүздескенше, құрметті жанкүйерлер. Спасибо, что смотрели отборочный турнир «Октагон Селекшн 23». За всеми новостями турнира и нашей лиги следите за нашими социальными сетями, за YouTube-каналом «Октагон ТВ», ну и, конечно же, на нашем Telegram-канале. До новых встреч!